Начинай. Это первый урок калькулятор. Что-то не слышно, да? Да, что-то не слышно. Слышно теперь? Да, да, слышно. Вот первый урок был калькулятор, и вот текст один сюда ввел, и надписи сейчас. Когда первое число сюда вводится, и второе число, тут результат. Сейчас покажу блоки. Ну, вот так как-то. Ну, здесь у нас получается событие, да, когда? Кнопка 1, щелчок. Вот первую, да, кнопка 1 нажимается. Это первый у нас это... Сложение делает. Плюс. Действие, да, он начинает? Да, действие. А вторая кнопка у нас уже это вычисление, минус. Угу. Третье это умножение и деление. Угу. На блюстаксе калькулятор. Допустим, 45, второе число, 2. Сложение 47. Вычитание 43, умножение 90, вот все работает. Угу, классно. Иди. Классно. Все очень второе... просто, да? Предельно просто все. А? Да, да. Второй проект это был вот такой loop case 7. Это дизайнер, дизайнерская. Здесь уже переменные появляются, да? Переменные. Один это... Планыч, здесь уже переменные появляются, да? Да, с переменными. Да, да. Угу. И тут, когда нажимается старт и выходит случайное число, рандомное. Угу. И вот, когда, если выходит число 777, вот здесь, угу. То... выходит картинка победа. А если нет, то выходит game over. Сейчас на блюстаксе покажу. Uh-huh. Это типа казино? Да-да-да, там второй урок такой был. И сейчас третий урок. Color list. Угу. А второй урок демонстрацию в блюстаксе мы пропустили? Второй урок это вот это. Угу. Старт. А. И вот ясно. Это третий урок, вот угу. Этот. Угу. Тут нажмите для выбора цвета красный, зеленый, синий, желтый. Блоки. Когда мы выбираем из списка, uh-huh. И после выбора выходит это цвет. Uh-huh. Когда мы нажимаем, например, на красный, то выходит вот красный цвет сейчас. Красный нажал, и весь фон становится красным. Uh-huh. Зеленый, синий, uh-huh. Желтый. Тут точно так же. Он меняет свойства фона, да? Посмотрим код, как это в коде сделано. Код сейчас. Вот это код. Вот если нажать на кнопку 1, uh-huh. То получается там красный, второй зеленый, третий синий и так далее. Он меняет скрин, да, цвет фона? То есть у да. Объекта screen свойство цвет фона меняет, да? Да. Вот. И сейчас еще. Тут таймер был. Угу. Четвертый урок. Угу.
Это дизайнерская. Сейчас сразу покажу. Когда выходит сразу уведомление, и в заголовке будет интервал, а в сообщении введите интервал. И там нужно ввести, например, 4 секунды, и после того, как проходит 4 секунды, типа приходит уже сообщение, что уже время истекло, и со своим звуком. Это пятый уже, да, получается? Да. Вот это код. Да, близко так сейчас покажу. Вот, допустим, 2 секунды. Эти сообщения. Вот 2 секунды ждет и выходит сообщение 54. Когда нажимаем, была нажата кнопка 2. Вот только звук добавить забыл, там музыку, когда истекает, время истекает. И вот Dictionary. Dictionary, да? Да, Dictionary. Немножко по-другому пишется, да? Да, запутался. Тут уже переводчик цветов. Когда нажимается красный, то на второй экран переходит, и там перевод выходит. Меняет цвет, да? Да. Что-то код удалить. Вот, в эту сумку ушел, да? Вот. Вот. Так. То есть получается, когда нажата кнопка. Да, когда нажимаем кнопку красный, то переходит на второй экран, и там выходит сперва надпись красный, а внизу уже перевод. Ну, логика понятна, да, здесь как он работает? Да, эти да. Блоки, каждый блок что делает, да? Понятно, да? Да. Вот, допустим. Ой, не тот. И иконку просто поставил там. Еще фильтр добавил, например. Тут. Это уже свое, да? Да. Вот красный или коричневый. Вот, нажимаем на красный. Но почему-то, когда вот это нажимается, тогда выходит перевод. Вот здесь надо почему-то. Enter. Красный. Да, и еще как нажать кнопку назад сделать не мог. Вот, а каждый раз выходить и обратно надо. И R это массивы. 8-й, да, получается, это уже? Это 7-й каска, да? Или 8-й? Вот это код, когда нажимаем на кнопку 1 добавить, то выходит это добавить массив. Кнопка 2 это там было сейчас. Это уже изменить, а кнопка 3 удалить. Когда нажимаем на кнопку 2, там выходит такое сообщение. Введите номер изменяемого элемента, и мы пишем свой элемент. И там, наверное, глобальная переменная какая-то наверху есть, да? Да, тут надо добавить. А вот пустой лист, пустой список получается, да? Да. Список. А третий это, который мы уже удаляем элемент.
Вот сейчас на блюз такси. Ну вот у меня почему-то всегда не получается вот здесь, когда иногда вот добавить, когда скачиваю АПК, иногда добавить работает, иногда не работает. А все так же, как в примере, были сделаны, да, когда кнопка щелчок, да. Получить Global. Там у меня есть это, в WhatsApp я скидывал 8-й, сделанный в другой группе. Можно сравнить, а? Угу. Хорошо? Хорошо, хорошо. Вот, все. Ну, молодец, Хуаныч, хорошо поработал. Так. Интернет, да? Демонстрацию экрана тогда пока завершаем, да, Паныч? У остальных получается алмаз третий, да? Завершить демонстрацию надо сделать. Демонстрация экрана. Я еще демонстрацию.